Сегодня 27 марта, озимая пшеница, сорт «Гром». Здесь прямой посев, предшественник горох. Сев где-то был в начале сентября, сеялка, Great Plain. Норма высева 4,5 миллиона где-то. Почва еще прохладная, и вторичная корневая система слабенькая. Но вообще вегетативная масса вроде бы активизировалась благодаря теплу, но корневая пока еще из-за того, что нет такого тепла, еще были и заморозки. То есть, допустим, ночью минус 10, минус 8, минус 10. А днем плюс 2, плюс 4. Хотя и было солнечно, но все равно почва не прогревалась, немножко отходила ближе к 4 часам. Но вот последний, можно сказать, сегодня уже не было заморозков ночных, а до этого там последние 3-4 дня такая была погода. Ну ничего, сейчас, я думаю, активность корневая проявится, уже будет более мощная корневая система, влага есть. Влаги в целом, из-за того, что весна ранняя, нет такого интенсивного испарения, нет такой солнечной активности, поэтому все пока впереди. Вообще люблю раннюю весну. Она позволяет исправить кое-какие ошибки и дает растениям, особенно да любым яровым и озимым, восстановиться. Допустим, если это поздний посев или наоборот ранний, но если из-за того, что осадки пошли более поздно, всходы тоже осенние были поздние, и растения, если ушли там в начале кущения, 2-3 листа, то есть ранняя весна обычно позволяет таким посевам восстановить стеблестой, развить корневую массу, ну и, естественно, в итоге потом не сильно упасть по урожаю. Ну, я имею в виду по отношению к более сильному посеву. Это вот прямой посев, сорт «Гром», 27 марта.